В области стартовала прививочная кампания от гриппа. Несколько тысяч человек уже успели сходить на укол. Особый акцент традиционно на группы риска. Врачей, учителей, водителей, кондукторов общественного транспорта, пенсионеров и детей. Вакцина отечественная содержит 3 штамма вируса. Специалисты напоминают, на создание иммунитета в организме требуется около месяца. Поэтому чем раньше привиться, тем лучше. За процедуру, как и раньше, платит федеральный бюджет. Для населения она бесплатная. В этом году мы получили 840 тысяч доз взрослой вакцины, 150 тысяч доз детской вакцины. Мы говорим о необходимости того, чтобы работодатель позаботился о здоровье своих работников, поскольку вот эта прививка, она стоит относительно дешево, в то время как каждый пропущенный рабочий день работникам в период эпидемии, ну, что называется, будет влиять на производительность труда.